наше сегодняшнее послание по 15 главе. Мы начнем с того места, где закончили на прошлой неделе, изучая вопрос воскресения. Стихи с 39 по 41. Давайте прочитаем. «Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных, иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе». Когда Бог создал плоть всех живых существ, Он сотворил каждую из них по-разному. Таким образом, наши нынешние и воскресшие тела различны. Но различия не только в самих телах. Также слава небесного отличается от славы земного. Стихи с 42 по 49. Они повествуют о величии воскресшего тела. Чтобы подчеркнуть свойства славной воскресшей плоти, Павел сравнивает текущее и воскресшее тело четырьмя способами. Во-первых, он сопоставляет то, что бренно, с тем, что нетленно. Тленное означает умереть и вернуться в землю. Все нетленное вечно. Во-вторых, апостол сравнивает то, что сеется в уничижении, а восстает в славе. Наши тела уничижены. Это означает, что земные эмоции или желания посрамлены. Но в будущем наши воскресшие тела будут прославленными перед Богом. Третье сравнение между тем, что является слабым, а что мощным. Наши нынешние органы слабые, поэтому мы подвергаемся испытаниям и искушениям. Сила в наличии свободы. В-четвертых, одно природное тело, другое духовное. Естественное тело относится к человеческим ограничениям. Но из-за того, что духовное тело есть нечто совершенно новое, оно вечно и неизменно. Стих 45. Написано. Так и написано: первый человек Адам стал душою живущей, а последний Адам есть дух животворящий. Этот стих применим к книге Бытие, 2 главе, 7 стиху.
Первый человек, Адам, стал живым существом, а последний Адам, Иисус Христос, стал животворящим духом. Здесь мы видим принцип представительства. Христос, который представляет духовное тело, сравнивается с Адамом, представляющим тело естественное. Сказано, что Адам стал живым существом. Бог дал ему дыхание жизни, чтобы сотворить его в образе живого существа. Книга Бытие, 2 глава, 7 стих. Но последний Адам стал животворящим духом. Перед тем, как мы уверовали, наши души были мертвы. Но когда поверили в Иисуса Христа, наши души ожили. Стихи с 50 по 58 говорят о победе воскресения. Это завершение. Когда Христос вернется, все верующие будут воскрешены. Также это воспевание конечной победы, которую Христос и верующие имеют над смертью. Здесь мы можем получить три урока. Человек не может найти спасение ни в чем, кроме Иисуса Христа. Вера в воскресение является основой, благодаря которой мы, верующие, живем в стойкости и победе. В настоящее время наши христианские тела функционируют в этом мире, но благодаря вере мы заранее получаем возможность участия в будущей славе. Стих 50 говорит, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божьего. Бренное не может наследовать нетление. Плоть и кровь относятся к тленному. Следовательно, это факт, что есть воскресение верующих. 51 и 52 стихи. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Последней считается седьмая труба. Это труба Иисуса во время Его второго пришествия. Назначением этой трубы является воскрешение людей Господа и приведение их в одно место. Евангелие от Матфея, 24 глава, 31 стих, и Откровение, 8 глава, 2 стих, 10 глава, 7 стих. При звуке последней трубы мы мгновенно изменимся и встретимся с Господом в воздухе. В это же время мертвые воскреснут нетленными. Тот, кто будет жив в этот момент,
изменится в духовное тело. Это говорит о воскресении верующих, которое произойдет в тот момент, когда вернется Христос. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 16 и 17 стихи. 54 стих говорит: «Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою». Смерть будет полностью побеждена, победа ее поглотит. Стих является применением книги Осии, 13 главы, 14 стиха. Воскресение Христа и верующих полностью поглотит и уничтожит смерть. До сих пор смерть побеждала и одолевала людей. Поэтому ни один герой или самый прекрасный человек не может победить смерть, когда она приходит. Нет никого, кто победил бы силу смерти. Стих 56 говорит: «Жало же смерти – грех, а сила греха – закон». Смерть вошла в мир через грех. Сила смерти в законе Господа. Послание Римлянам, 7 глава, 8 стих, говорит нам, что без закона грех был мертв. Но встав на основание закона, грех ожил, чтобы получить власть. Благодаря закону он нашел силу, чтобы жалить каждого. Это говорит о том, что сила греха в законе. Закон представляет собой Божьи этические и религиозные требования к человеку. Он заставляет нас, людей, понять, что мы грешники. Также закон осуждает. Римлянам 5 глава, 13 стих. Человеческие существа не могут быть спасены своей нравственностью. Мы праведны только по вере во Христа. Благодаря Господу мы можем победить смерть и грех. Смотрите стих 57. Смерть опирается на закон и применяет свою силу. Иисус исполнил закон и заплатил цену за наш грех. Кроме того, Господь своим воскресением победил смерть. По этой причине тот, кто находится в Иисусе Христе, не имеет смерти или осуждения. Верующий получает новую жизнь, которая не умирает. Стих 58. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом». Слово «итак» означает, что есть Бог, который дает нам победу.
Другими словами, Иисус уже победил смерть. У нас тоже есть эта сила. Иисус с нами. Вот почему Павел призывает нас быть твердыми, непоколебимыми и всегда преуспевающими в деле Господа. Я надеюсь, что вы непреклонно верите в воскресение и поэтому побеждаете. Мы перейдем к 16 главе. Это заключительная глава в первом послании к Коринфянам. Она не говорит об абстрактных вещах или о доктринах. Речь идет о фактическом ведении церкви. В этой главе наказ Иерусалимской церкви о денежных сборах. Она включает несколько просьб и приветствий. В 16 главе мы в деталях учимся о вере Павла и о том, как он практикует любовь в своей жизни. Также мы можем увидеть братскую взаимопомощь, как верующие собирали подаяние для церкви Иерусалима. В современном мире церкви становятся эгоистичными. Истинная церковь имеет главой Иисуса Христа, а все церкви – как одно тело. Поэтому важно помогать друг другу, когда кто-то испытывает трудности. Благодаря церкви другие страны получили духовное Евангелие, которое пришло от Иерусалимской церкви. Поэтому было правильным, что эти церкви предоставляли материальную помощь. Мы можем разделить это послание на 6 частей. Во-первых, стихи с 1 по 4. Учение о сборах. Во-вторых, стихи с 5 по 9. План Павла поехать в Коринф. В-третьих, стихи с 10 по 12. Приветствие трудящихся на Ниве Божией. В-четвертых, стихи с 13 по 14. Быть мужественным. В-пятых, стихи с 15 по 18. Уважать церковных работников. В-шестых, стихи с 19 по 24. Приветствие и благословение. Стихи с 1 по 4 о даяниях, собранных для святых в Иерусалиме. Во время ранней церкви совет решил сделать денежные сборы, чтобы помочь Иерусалимской церкви. Почему церковь в Иерусалиме оказалась в такой проблеме? Говорят, что в Иерусалимской церкви было много бедных людей. Но больше того, многие неудачные годы принесли сильный голод. Вот почему Совет Иерусалима принял решение собрать подаяние для этой церкви.
Поэтому Павел учит Коринфскую церковь о денежных сборах. Второй стих говорит: «В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду». Первый день недели – это воскресенье. Что мы соблюдаем и сегодня? Наблюдая за этим, мы понимаем, что ранняя церковь переносит день шаббата с субботы на воскресенье. Во времена Нового Завета воскресный день хранит напоминание о воскресении Господа Иисуса Христа. Третий стих говорит: «Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим». Когда члены церкви Коринфа отправляли подаяние в Иерусалим, они отдавали деньги людям, которым доверяли. Павел не управлял сборами сам, но передавал это тем, кого уполномочивал. Сегодня служители Божьи, которые несут слово истины, должны точно и честно управлять финансами церкви. В стихах с 5 по 9 Павел выражает свою готовность поехать в Коринф. Особо он упоминает об изменении своих планов поездки. Это письмо было написано около 57 года нашей эры. Оно появилось в Ефесе до Пасхи. Первоначальные планы поездки Павла были такими: он должен был путешествовать по морю из Ефеса в Коринф, перейти из Коринфа в Македонию и оттуда вернуться в Коринф. Тем не менее, его планы изменились. Сначала Павел собрался посетить Македонию, а на обратном пути – Коринф. Некоторые из членов церкви Коринфа критиковали Павла за это. Они говорили, что апостол не был верен. Тем не менее, Павел не менял планы ради безопасности своей плоти. Он сделал это ради Евангелия. Следовательно, нет повода для критики Павла. Стихи 8 и 9. «В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». Павел написал письмо в Ефес перед Пасхой, а люди говорили, что это было где-то за 2 месяца до Пятидесятницы. Были 2 серьезные причины, которые объясняли, почему Павел остался в Ефесе. Во-первых, была открыта широкая дверь для эффективной Божьей работы. Во-вторых, у Павла было много противников. Что это значит, когда он говорит, что была открыта широкая дверь для плодотворной деятельности?
Это значит, что появилась возможность эффективно проповедовать Евангелие. В это время дело Евангелия было успешным в этом месте. Бог в данный момент производил великую работу. Благодаря эффективности в выполнении Божьего дела появилась возможность широкого распространения Евангелия. Павел просто не мог оставить место, где приносил много плода. Бог открыл ему путь и дверь. Это было именно то время, когда Павел должен был выполнять работу. Кроме того, он имел много противников. Для людей считается нормальным оставлять место страдания. Тем не менее, Павел усиленно трудился, проповедуя Евангелие. Когда мы так поступаем, наша вера возрастает, и мы получаем силу. Наша вера становится крепкой. Всякий раз, когда осуществляется работа Бога, дьявол тоже трудится. Будет неправильным для нас сомневаться в суверенности Господа и оставлять место из-за того, что там много противников. Как соработники Всевышнего, мы должны верить в руководство Божьего владычества и делать лучшее. Мы можем уйти только если Господь выведет нас в другое место. Стихи с 10 по 12 о приветствии работников. Стихи с 10 по 12. «Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегая его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам, но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно». Когда Павел писал это письмо, Тимофей, который был с Ерастом, остановился в Македонии и затем поехал в Коринф. Павел просит членов церкви Коринфа хорошо относиться к Тимофею. Приблизительно 4 строки удалены. Апостол то же самое говорит для Аполлоса. Аполлос хорошо разбирался в Библии и глубоко ее изучал. Мы видим, что Павел побуждает Аполлоса идти в Коринф, поэтому можем понимать то, что в разделении между ними нет смысла. Прежде всего, мы знаем о вере Аполлоса, что он ставит Бога на первое место. Можно научиться у Павла и Аполлоса, которые ради пользы церкви и повиновения воле Божьей отложили в сторону свои личные желания и работали вместе. 13 и 14 стихи призывают верующих быть сильными. Здесь нас учат твердо верить в смерть и воскресение Иисуса Христа для того, чтобы не иметь потрясений ни от какой задачи.
Павел призывает верующих отвергнуть слабость веры и с мудростью и мужеством двигаться вперед в Иисусе. Мы всегда должны быть бдительными, стойкими в вере, сильными и мужественными. Чтобы сохранить духовную бдительность, нужно всегда молиться и направлять сердце к Богу. Если мы не молимся, наш дух не может быть зрелым в развлечении. Мы всегда должны быть бдительными, чтобы различать времена и уметь распознавать волю Божью. Также нужно различать работу дьявола. Развлечение возможно только тогда, когда дух бодрствует. Поэтому быть бдительным значит жить в соответствии со своим духом, а быть дремлющим – жить по плоти. Первое послание Тимофею, 5 глава, 6 стих, говорит: «Сластолюбивая заживо умерла». Сильный – значит мощный. Верующий всегда должен быть сильным и смелым. Что нужно делать, чтобы действовать как сильные и мужественные христиане? Мы должны понимать дары, которые Бог дал нам, и использовать полученную от Него силу. Необходимо полагаться на Господа. Как мы можем использовать могущественную силу, которую дает нам Всевышний? В любой обстановке и испытании мы должны держаться за Слово Божье. Если мы прикладываем усилия, чтобы соблюдать Слово Божье, всемогущий Господь помогает нам. Женщины должны действовать так же, как мужчины, борясь с дьяволом и побеждая его. Мария Магдалина была женщиной, но она первая посетила могилу Иисуса и увидела его воскресшим. В-пятых, стихи с 15 по 18 учат нас уважать церковных служителей. Стефан был первым человеком Ахаии, который поверил в Иисуса и решил служить верующим. Вероятно, он был пастором. Павел ценил Стефана и учил церковь Коринфа признавать его и подчиняться ему. Кроме того, апостол воодушевляет церковь оказывать признание и подчиняться людям, которые, как и он, упорно работают и служат с ним. 17 стих. «Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше». Стефан, Фортунат и Ахаик пришли к Павлу из Коринфа. Они рассказали ему о том, как верующие в Коринфе высоко ценили Павла и хорошо двигались в вере. По этой причине Павел обрадовался и успокоился. Это возместило то, чего не хватало у церкви Коринфа. Пришедшие к Павлу восполнили то, за что церковь Коринфа
заставило Павла беспокоиться и переживать. Мы, как Божьи служители, не должны беспокоить наших лидеров, но быть теми, кто восполняет Божьей Церкви недостающее. Эти три человека пришли и избавили Павла от забот и принесли ему большую радость. Сердце апостола было облегчено. Павел говорит, что они достойны признания. И, наконец, в качестве шестого пункта стихи с 19 по 24. Приветствие и благословение. Павел приветствует верующих в Коринфе и в конце концов благословляет их. Приветствие и благословение являются формой общения между христианами. Наличие истинного общения подтверждает суть единства во Христе среди верующих. Стихи с 19 по 21. «Приветствуют вас церкви Ассийские, приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прескила с домашнюю их церковью, приветствуют вас все братья, приветствуйте друг друга святым целованием, мое Павлово приветствие собственноручно». Церкви Азии не относятся к сегодняшнему азиатскому региону. Здесь речь идет о прибрежных районах Эгейского моря в Малой Азии. Это такие области, как Ефес, Колоссы и Ладикия. В книге Откровения, главах 2 и 3, мы находим письмо, отправленное семи церквям Азии, которое является регионом Малой Азии. Несколько раз Библия упоминает Акилу и Прескилу. Порядок имен этой супружеской пары иногда меняется, поэтому есть случаи, когда имя жены пишется перед именем мужа. Причиной этого – могло быть то, что жена послужила для Евангелия больше, чем ее муж. 19 стих говорит о домашней церкви. Во времена ранней церкви были много семейных собраний. Посланием Римлянам 16 глава 5 стих, Колоссянам 4 глава 15 стих, Филимону 1 глава 2 стих. Во времена Нового Завета для нас важно поклоняться в духе и истине. Место не имеет значения. Хотя места для поклонения может быть немного, но если верующие поклоняются в духе и истине, Бог принимает это. Стих 20 говорит, чтобы все братья приветствовали друг друга святым целованием. В ранней церкви такое приветствие было традицией ближневосточного региона. Такого рода приветствие несет в себе смысл доброты, любви, уважения и принятия.
Мужчины поцелуем здороваются с другими мужчинами, а женщины также с другими женщинами. В наше время мы не приветствуем друг друга таким образом. В Корее или в Китае мы здороваемся рукопожатием. В России или в других западных странах люди приветствуют друг друга объятиями. Двадцать первый стих. Павел пишет это приветствие сам. У него был человек, который писал за него письма, но заключительное приветствие он написал собственной рукой. Послание Колоссянам, 4 глава, 18 стих. И второе послание Фессалоникийцам, 3 глава, 17 стих. Павел писал своей рукой заключительную часть письма. Он делал это для того, чтобы выразить свою любовь и искренность и доказать, что письмо является оригиналом, а не подделкой. Кроме того, он делает это для свидетельства о том, что пишет письмо с властью апостола. Двадцать второй стих. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа. Человек, не имеющий любви к Господу, имеется в виду тот, кто не верит в Иисуса. Такой человек уже проклят. Тот, кто верит в Иисуса, тот во Христе. Он находится во Христе духовно. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 1 стих. В Иисусе Христе есть мир любви и света. В нем также радость и покой. Приблизительно 6 строк удалено. Вторая половина 22 стиха говорит: «Наш Господь, приди!» На греческом языке это «маранафа». Первоначально это слово было переведено так, как это звучало по-арамейски. Такое приветствие было широко используемо во времена ранней церкви. Это означает «Наш Господь, приди!». Кроме того, в этой фразе заключена искренняя молитва о возвращении Иисуса Христа. Откровение, 22 глава, 20 стих. Стих 24 говорит: «И любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь». Мы должны жить в Иисусе Христе.
Дух не имеет радости, благодарности или любви, если наше сердце отклоняется от Господа, что значит мы живем вне Иисуса. Поэтому мы должны обязательно покаяться и вернуться к Нему. Апостол Павел говорит о своей любви ко всем в Иисусе Христе. Он желает верующим в Коринфе Христовой любви. Апостол с любовью пишет письмо членам церкви Коринфа и с любовью его заканчивает. В первом послании к Коринфянам Павел упрекал эту церковь, но так как он это делал с любовью, получатели, скорее всего, послушались его и раскаялись. Двенадцать строк удалено. На этом завершается 14-я лекция по первому и второму посланиям Коринфянам.